Вот теперь смотри внимательно, Сережа. Вот он, момент истины. Буквально за каких-то 5 минут мы попадаем из вполне себе так, ну, более-менее нормального района. Вот сейчас вот начнется убитый асфальт. То есть все, вот разница прям, вот картина резко меняется. Интересно, в этих банках хоть кто-то деньги держит, приходит сюда, я не знаю, просто не знаю, ой, не знаю. Так лучше или так? Да, вот так оставлю, наверное. Кадиллак. Старенький, старенький. Выбоина на выбоине. Шарканный, весь перешарканный асфальт. Пожалуйста. Вот она, Америка. Это, можно сказать, почти гетто. Такой небольшой отрезок. Улица Майами. Вон, справа, справа, вот где светофор, это Майами. А на следующем светофоре продолжается Грэнд, но буквально уже метров через 300. Сережа, вот смотри, метров через... Короче, через полмили начнется опять довольно хороший район. Вот, вот, вот просто я говорю, как это здесь так бывает? Мне вот интересно, вот, вот это просто похоже, знаешь, как на игру Монополия, да, когда там ты играешь, скупаешь, как будто кто-то невидимый скупает какие-то районы, на его взгляд эти районы выглядят там респектабельно, да, вот, и он начинает в них вкладываться, да, там кафе, бары, рестораны, магазины, банки, да, а есть вот такой вот небольшой отрезок длиною там полмили, знаешь, или... Одна миля квадратная, быть может, или я не знаю, как там в ширину, туда вправо я не углублялся, желания нет, вот, ни желания, ни тем более сейчас времени тоже нет. Ладно, все равно это видео я выложу на YouTube. Когда начнется нормальный район, я снова скажу, хотя нет, я говорить не стану, это будет и так заметно. Вот смотри, смотри, едем, 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 едем. Слева магазин стройматериалов Sherwin-Williams. Вон, видите, впереди светофор, и справа за светофором стоит церковь, да, Сережа? Вот после этой церкви, за вторым светофором уже начнется кое-какая там американская снова. Вот та Америка, к которой многие привыкли, знаешь. Вот он, Cadillac DeVille. Буду пока за ним ехать. Судя по прическе, впереди сидит любитель Кадиллаков. Все, пошел нормальный район. Пошли магазинчики, кафе, ресторанчики. Почта справа была, слева кафе, бары, рестораны, бензозаправка, улица Коннектикут. Не будем блокировать интерсекшн, постоим здесь. Улица Юниата. Thank you.
сейчас после этого перекрестка начнется район, который называется Шо. Проезжаем улицу Арсенал, перестраиваемся влево, пропуская Тарапыгу на Фронтире. Скорость 35 миль в час. Включаем поворотник. Здесь идем налево вот так вот. Тормозим. Вон наверху поворачивает налево только по стрелке. Только по стрелке. Но мне сдается, что этот чувак повернет налево без стрелки. Вот мне так кажется. Что я говорил? Вот так вот. Я местную публику уже полтора года знаю, как они поворачивают. Я не рискую поворачивать налево там, где висит предписание повернуть только по стрелке. Магазин Family Dollar. А нам вон туда. И еще пара-тройка минут ваших мучений, дорогие дамы и господа в простонародье телезрители. Я вообще даже вот я не знаю, вот 117 подписчиков, да, Сережа? Видео больше сотни, больше там 180, я не знаю. А что людям надо? Многие вот, как в Америке, расскажи, как в Америке. Вот, пожалуйста, ловите Америку.